Республики продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов. Самый большой урон стихия нанесла Мариинско-Посадскому, Чебоксарскому и Маргаушскому районам. Туда стягивают всю имеющуюся технику. Как устраняют последствия ЧС? Хронологию событий восстановил мой коллега Дмитрий Ковалев. Последствия мощного циклона в республике устраняют оперативно. Накануне обесточенными от света и тепла оставались 400 сел, но за сутки их количество сократилось в разы. Причем в столице региона электричество удалось восстановить во всех пострадавших домах, а их было почти 1500. Значит, 221 населенный пункт были подключены, 18 387 домов, 35 372 человека. И плюс, значит, 37 объектов социальной сферы. Из них было подключено 27 школ и 7 детских садов. Остаются 235. Количество домов 15 728. Количество жителей 36 611. По-другому говоря, если взять удельный вес пострадавших, и по факту на сегодня можно сказать, две трети части аварий устранены, остаются одна треть жителей в удельном весе, которые на сегодняшний день еще остаются у нас в беде. Люди работают с честью и достоинством. Они не смотрят на свой рабочий день. Они работают в круглосуточном режиме. Оперативные службы работают слаженно, отмечают их руководители. К ликвидации ЧС бригады приступили еще в прошлую пятницу, сразу после разгула стихии. Правительство и муниципалитеты взяли ситуацию под контроль. Однако работу специалистов осложняли обильные осадки. А в ночь на субботу в республике установились холода. Пострадавших домов становилось больше с каждым часом. Перед циклоном не смогли устоять даже крепкие бетонные опоры. Предугадать такие последствия было невозможно. Вообще с ЧП такого масштаба впервые столкнулись даже опытные специалисты. Арматура как лопается, я впервые в жизни видел. Я это говорю тоже как специалист, который первое у меня техническое образование, это как раз техник электрик. Я вешал эти провода, будучи студентом, на производственной практике, когда в станице в 80-е годы с Чебоксарского энерготехникового направляли нас за Вялово, Алтайский край, Завьяловский район. И там погодные условия там менялись очень сильно. Такие ветры. Специалисты отмечают, что установить железобетонную опору с первого раза могут далеко не все. Рабочим, которые заняты на ликвидации ЧП, это удается сделать за считанные минуты. Во время инспекции в Чебоксарский район глава республики поощрил самых лучших. Так что за работу, за выполнение своих прямо функциональных обязанностей с честью и достоинством. Часы от главы Чувашской республики с гербом Чувашской республики. Народ Чувашии попал в беду. Наша задача – беде не оставлять, быстрее дать электроэнергию. Готов? Да, готов. Рабочим прямо в поле привозят горячие обеды, столы накрывают в салонах микроавтобусов. Вообще, во время восстановительных работ все службы действуют слаженно, и это невозможно не заметить. Первым делом в пострадавших районах восстановили сотовую связь. Поначалу станции мобильных операторов работали со сбоями. Жители попросту не могли никому позвонить. Первые дни особенно, это чрезвычайная ситуация, мы основной упор делали на сотовую связь, именно для того, чтобы было межведомственное взаимодействие оперативное и оперативное для принятия оперативных управленческих решений. На сегодняшний день, значит, базовые станции именно сотовых операторов, они восстанавливаются аварийными бригадами, и сами базовые станции переводят на альтернативные источники питания. Работу важных социальных объектов пока тоже поддерживают генераторы. К ним подключают детские сады, больницы и школы. Не возникает проблемы с автовышками. В наиболее пострадавшие места их привозят из других районов и городов республики. Всех частников мы берем вышки сейчас. Все частники, которые из города, заключаем договора, берем вышки. Вот сейчас работа как раз с вышками стоит. Режим чрезвычайной ситуации для чего объявляется? Для того, чтобы скоординировать все действия. На призывы о помощи отзываются и крупные заводы. Они предоставляют рабочим необходимую технику. Одно из предприятий города Шумерля отправило в пострадавшие районы генераторы. Поддержали республику и другие регионы. Аварийные бригады прибыли даже из Владимирской и Оренбургской областей. Скоординированные действия и эффективное взаимодействие органов власти позволило за короткий промежуток времени восстановить
те аварии, которые произошли в электрических сетях и системах, и на объектах жизнеобеспечения. Когда у нас чрезвычайные ситуации происходили в Тувси, в Ебресинском районе, на ряде других территорий, я говорил и подчеркивал, что беде мы людей никогда не оставляли и не будем оставлять. Режим чрезвычайной ситуации еще не отменен. Пострадавшие районы необходимо отправить дополнительные силы. К этой работе намерены привлечь и электриков из Новочебоксарска и Чебоксар. Глава региона отметил, что последствия необходимо устранить в ближайшие дни. Похоже, что у чебоксарцев сложился своеобразный рефлекс. Услышал треск дерева и отошел подальше от этого места. Но погода продолжит испытывать жителей. По прогнозам синоптиков, в Чувашию придут морозы до минус 15 градусов. И сейчас власти ставят задачу, как можно скорее очистить улицы от упавших деревьев. К этой работе подключаются даже обычные горожане. Они не только убирают мусор, но и помогают выбивать лед с проводов. Глава республики отметил, что режим ЧС будет снят, когда электричество восстановят во всех домах. Пока же подсчитываются объемы материального ущерба. Михаил Игнатьев отправил письмо председателю правительства России с просьбой выделить Чувашии 75 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Сергей Рябчиков. Республика.